Вечером в воскресенье 27 марта в израильском городе Хадера был совершен теракт. На главной улице города двое террористов открыли стрельбу по прохожим. По данным службы скорой помощи, двое человек были убиты и шестеро ранены. Нападавшие были нейтрализованы. Ими оказались арабские жители города Эль-Фахм. Говорит очевидец: мы с женой ехали в машине, услышали выстрелы. Мы не поняли, что происходит, остановили машину и увидели двух людей. Они стреляли по прохожим и по нам. И мы пригнулись в машине. На месте происшествия собрались протестующие против террора. В руках они держали плакаты «Беннет опасен для Израиля» и скандировали «Смерть террористам». Говорит министр внутренней безопасности Амир Бар-Лев: это тяжелый для всех нас вечер. Для полиции еще ничего не закончилось. Силы безопасности прочесывают территорию, чтобы убедиться, что у террористов, совершивших это ужасное убийство, нет сообщников. Представители израильских служб безопасности предупредили об эскалации нападений на израильтян в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.